дорогие рукодельницы, сегодня я хочу провести мастер-класс вот по такому детскому жакету, связанному из пряжи полушерсти турецкого производства Alize Lana Gold. Цвет я выбрала молочный, вообще люблю такие цвета светлые. Вот пряжа мягкая, состав ее вот как выглядит, значит, это пряжа. И состав ее 51% у нас акрил и 49,6. То есть половину на половину. Вот. И, значит, в 100 граммах 240 метров. Цвет номер 62 молочный. У меня ушло больше 3 мотков, поэтому я говорю, 4 мотка понадобится по 100 грамм. Использовала для вязания спицы номер 4, прямые и круговые. Значит, жакетик связан на возраст 4-5 лет. Этот узор подойдет как для мальчика, так и для девочки. Вот. Ну, только застежку сделать наоборот, если для девочки. Вот данный жакетик и для мальчика вязала, для внука. Вот. Плотность вязания использовала по спинке, брала. По спинке брала косы, узор с косами. То есть вот так замеряла. Вот. Вот так. И получилось у меня здесь в 10 сантиметрах, значит, получилось 22 петли. То есть получается, что в 1 сантиметре у нас 2,2 петли. Значит, теперь о том, как начинала вязать. Начинала вязать со спинки. Опять переворачиваю на спинку. Значит, начинала вязать со спинки. Рассказываю в подробностях, как я это делала. Значит, начинала на прямые спицы, набрала 60 петель и вязала резиночкой 5 сантиметров в высоту. Резиночка 1 на 1, 1 изнаночная, 1 лицевая. После этого, для того, чтобы перейти к основному узору с косами, я прибавила 9 петель в последнем ряду резиночки равномерно. Вот. И перешла на основной узор. Основной узор, будьте сейчас внимательны, значит, распределяла петельки следующим образом. Значит, на 69 петлях располагается этот узор. И с учетом кромочных, значит, в следующем порядке. Первая у меня идет кромочная петля. Первая кромочная петля. Далее у меня идет узор путанка на 2 петлях. Вот. Значит, далее идет 1 изнаночная. 4 петли у меня идут узором коса 1. Буду показывать. Вот это вот коса 1 у меня идет. Далее идет 1 изнаночная вновь. Далее идет коса 2 на 10 петлях. Далее вновь 1 изнаночная и коса 1 на 4 петлях. После этого мы делаем, значит, 2 изнаночных и переходим к центральному нашему элементу ромб. Ромб. Все схемы, конечно же, будут указаны в моем видео. Вот. Там будет возможность посмотреть более детально, как вяжутся эти узоры. Так, ромб. Ромб располагается на 17 петлях. Это его ширина. После этого мы делаем 2 изнаночные. Затем идет опять узор коса 1 на 4 петлях. Затем идет 1 изнаночная и узор коса 2
на 10 петлях. Затем вновь идет 1 изнаночная. Узор коса на 4 петлях. 1 изнаночная. И плетенка. Или путанка, как я ее называю. Плетенка. Путанка. И путанка на 2 петлях. Плюс 1 кромочная. Вот так распределяются, значит, наши петельки. Надо, кстати, здесь написать. Видимо, осталось у меня от старого путанка. Путанка у нас вяжется, это чередование лицевой изнаночной петель, а затем в следующем ряду у нас идет как бы смена наоборот. На том месте, где была изнаночная, располагается лицевая, а на том месте, где была лицевая, располагается изнаночная. Вот это нужно обязательно уяснить. Так, исправила я узором путанка. Вот и здесь тоже надо исправить узором путанка. Так, после этого мы вяжем с вами вот таким целым полотном высоту 39 сантиметров. 39 сантиметров вот так единым полотном вяжем. И на этой высоте 39 сантиметров будем начинать формировать вырез горловины нашего жакета по спинке. Для этого я закрываю центральные, значит, закрываю средние, центральные 15 петель. И далее обе половинки вяжу раздельно. Вот. Закрываю для закругления последовательно 2 петли и через ряд 1 петлю. В итоге на общей высоте 42 сантиметра у меня на плечо должно остаться 24 петли. Их я закрываю на высоте 42 сантиметра. Это общая высота. Аналогичным образом я вяжу и вторую половинку спинки. Вот также закрываю петли. Вот и закрываю 24 петли для плеча. Затем, значит, переходим к вязанию полочек. Полочка левая и правая. Начнем с правой полочки. На спице номер 4, на прямые спицы, я набираю 28 петель и вяжу резиночкой 1 на 1 высоту 5 сантиметров. В последнем ряду резиночки я равномерно прибавляю 5 петель. И перехожу на основной узор. Каким образом распределяю я петельки? Первой у меня идет кромочная петля, затем идет 1 изнаночная, затем 4 петли узором коса, 1, опять 2 изнаночные, 17 петель у меня узор ромб, опять 2 изнаночные, 4 петли узором коса, 1, 1 изнаночная и 1 кромочная. И таким образом я вяжу также высоту до высоты 38 сантиметров. Вот так полотном единым вяжу, провязываю. На высоте 38 сантиметров я начинаю формировать горловину переда. Для этого я закрываю следующим образом. С правой стороны полотна я закрываю 6 петель. И далее 3 раза по 1 петле. На общей высоте 42 сантиметра я закрываю 24 плечевых петли. Так, переходим к левой полочке. Левая полочка, начинаем вязать ее аналогичным образом, как и правую, набираю 28 петель, вяжу резиночкой 1 на 1, 5 сантиметров высоту. Прибавляю 5 петель в последнем ряду
и перехожу к основному узору. Основной узор будет, конечно же, по-другому немножко распределяться петельки, но в полной симметрии с правой полочкой. Значит, следующим образом распределяю я петельки. Первая петля идет кромочная, 1 изнаночная, 4 петли коса 1, 2 изнаночные, 17 петель узором ромб, 2 изнаночные, 4 петли узором коса 1, 1 изнаночная, 1 кромочная петля. Вот. Таким же аналогичным образом я вяжу полотно левой полочки до высоты 38 сантиметров и также начинаю формировать вырез горловины с другой только стороны, с левой стороны. Закрываю первые, значит, 6 петель и далее последовательно для закругления вот такого закрываю по одной петле 3 раза. У меня должно остаться на высоте 42 сантиметра 24 петли, которые я закрываю. Это петли плеча. Так, связали. Теперь приступаем к вязанию рукавов. Два рукава у нас, как в любом изделии. Рукава у нас тоже вяжутся узором с косами. Вот. Для этого мы, значит, на прямые спицы номер 4 набираем 34 петли и вяжем резиночкой 1 на 1 высоту 5 сантиметров. Далее переходим на узор, распределяем следующим образом петли. Первая петля кромочная, затем идет 1 изнаночная. Вот, начинаем кромочная, изнаночная. Затем идет, значит, 4 петли узором коса 1, 2 изнаночные, снова 4 петли узором коса 1, 1 изнаночная, 10 петель узором коса 2, 1 изнаночная, 4 петли узором коса 1, 2 изнаночные, 4 петли узором коса 1, 1 изнаночная, 1 кромочная. И таким образом мы начинаем вязать рукав. Обязательно равномерно, прибавляя с двух сторон по одной петле симметрично. Вот. С каждого края полотна. Через какое расстояние, значит, мы будем делать такие прибавления? Ну, давайте посчитаем. Знаете, наверное, по 12 петель с каждой стороны. Потому что у нас изначально 34 петли. И мы с вами должны прибавить 24 и 34 будет 58 петель. Все правильно. Значит, расчет неверный. Если мы с вами прибавляем по 12 петель с каждой стороны, мы 26 сейчас с вами поделим на 12, но все равно через 2 сантиметра также у нас все остается. Мы прибавляем петельки, вот, равномерно. В общем, когда у нас с вами на высоте 32 сантиметров окажется 58 петель, они должны оказаться, как-то там подгоните аккуратно, чтобы все совпало. Видите, у нас не ровно 2 сантиметра, а 2,1. Вот, 58 петель мы закрываем. Все, рукавчик на этом мы связали. И аналогичным образом полностью также вяжем второй рукавчик. После этого мы выполняем плечевые швы
в начале, затем боковые швы нашего жакетика. Вот. Как это сделать, я покажу на примере другого изделия, потому что этот жакетик уже связан. Вот. И тогда, когда я его вязала, съемки я еще не вела, у меня даже канала не было, потому что этот жакетик я связала год назад, а канал у меня, я его начала вести только с октября 2018 года. Вот. И вот сейчас решила все свои вещи, которые вязала, ну не все, а самые интересные, на мой взгляд, решила, значит, сделать мастер-классы, вдогонку, скажем так. Теперь, значит, шили мы с вами плечики, боковые швы, по рукавчику тоже боковые швы проложили, сшили. Все это подготовили. Приступаем к вязанию планки. Планка у нас тоже связана резиночкой 1 на 1. Вот, ширина планки 3 сантиметра. Вот, здесь я делаю вот такие вот, значит, дырочки. Я их прямо в полотне вот так формирую. Вот такими кругленькими, потому что пуговки деревянные и довольно-таки такие крупные. Вот. Но я знаю, что многие делают их, учитывают их при вязании планки. То есть они делают здесь соответствующие петли такие, закрывают, потом, значит, опять петлю формируют. На этом месте получается такое отверстие небольшое. Можно две петли сразу закрыть, а потом ее опять поднять. Вот. В общем, вот таким образом. Ну, это же очень известный, так говорится, прием, поэтому зачем на нем заострять внимание. Теперь, значит, как сделать вот такой вот у меня воротничок. Вот так выглядит. Как я его сделала? Вот таким закругленненьким. Значит, для вязания планки я использовала круговые спицы номер 4. Вот, значит, по нашему переду, по горловине полностью, вот так вот, я поднимала 236 петель. То есть делим пополам, то есть это вот так. Половина заканчивается вот здесь на середине спинки. Это понятно, да? То есть поднимаем, распределяйте равномерно петельки. Сейчас скажу. 236, 236 поделить на 2. 118 петель у меня поднимается, значит, по планочке. Петельки планки по переду. Захватываем горловину, середину, значит, спинки. По горловине всего получается 118 петель. И также 118 петель мы поднимаем. Как это сделать, я тоже покажу в своем видео на примере других изделий. Вот, поднимаем их по, значит, задней части спинки, по горловине, по переду и тоже по боку нашего ой, запуталась вся. Полочки, наши полочки. Так. При этом мы обязательно должны учитывать, когда при вязании, как я уже сказала, отверстие для пуговиц на расстоянии. Я сделала здесь 4 пуговицы на расстоянии 11 сантиметров. Вы можете сделать 5 пуговиц, 6. Это ваше личное, так сказать, желание. Я вот рассказываю, как сделала это я. Вяжу я резиночкой поднятые петли, резиночкой 1 на 1, на высоту 3 сантиметров. Далее смотрите, что я делаю. Я оставляю эти петли открытыми, петли планки конкретно, вот до того, где у меня, значит, вот здесь начинается воротничок. Да? Оставляю открытыми. Каким образом распределяю? 76 петель у меня по правой полочке должно быть, 76 по левой полочке.
должно быть, это петли планки. Вот. И я их оставляю открытыми. И вяжу, использую в своем вязании только петли воротничка. Значит, не хитрые арифметические действия. И мы считаем, что 84 петли. Давайте посчитаем еще раз, если не ошиблась. 236. Отнять 76. И отнять 76. 84 петли. Все правильно. Составляет у меня петли воротничка. Вот. И на них мы сейчас с вами будем работать. Каким образом я плавненько вот так закругляла их. Это очень легко я делала. Для плавного закругления я не довязывала просто петли, а перекидывала их на к отложенным петлям планки. Перекидывала. Да? То есть с двух сторон воротника я не довязывала по одной петле симметрично и перекидывала их к петлям планки, присоединяла. И так я вязала, значит, где-то 4-5 рядов, кто как захочет, высоту, значит, воротничка. И у меня вот так все закругленненько получилось. Видите? Вот. В итоге, когда вот здесь мы с вами, сейчас скажу, какая у меня общая высота воротничка получилась, 7 сантиметров. Вот, получаем 7, можно 8 сантиметров высоту. Вот, мы закрываем, все петли опять объединяем, петли планки, петли воротничка, и их все аккуратно закрываем. Должно закрыться, как и набирали с вами, 236 петель. Так, вот здесь тоже подправлю, 236 петель. Так, ну и последний штрих, который остается у нас с вами, это выполнить наши рукава, втачать их в проймы. Как это я делаю, я тоже, в принципе, покажу вам на примере другого изделия. Легко. Значит, для сшивания я использую такой шов назад иголку. Вот, получается довольно-таки аккуратно и ровно, плотненький такой шов. Видите, как он выглядит. Вот, ну а с изнаночной стороны он выглядит вот так. Вот, вот они, ниточки начинают выскакивать. Немножко ребенку поносил, вот оно, издержки вязания, да. Так. Ну и все. Потом остается нам только пуговички подобрать красивые. Я вот деревянные выбрала такие. Мне кажется, что под молочный вот такого цвета ракетик очень подходит именно пуговички такого натурального деревянного цвета. Вот. Ну, собственно говоря, на этом все. Мой мастер-класс я вам рассказала, как вязать. Наверное, конечно, это изделие нужно вязать для рукодельниц, которые уже умеют пользоваться довольно-таки сносно спицами, вот, потому что все-таки узоры с косами требуют определенных навыков вязания. Вот, поэтому те вещи, которые я здесь озвучивала, будут им ясны и понятны. Ну а для начинающих, в принципе, вы можете тоже попробовать связать. Всегда нужно что-то пробовать. И, возможно, у большинства из вас все получится. Никогда не нужно бояться трудностей. Иначе не достигнете высот мастерства. Всегда нужно брать выше своей головы. Чуть-чуть. Постепенно, чуть-чуть выше своей головы. Так, ну, дорогие рукодельницы, до новых встреч. Будем еще с вами встречаться, надеюсь. У меня уже в голове несколько творческих проектов готовятся. Вот, в том числе джемпер хочу красивый с ажурной вязкой связать для взрослой девушки уже. Поэтому следите за моими новыми публикациями. Ставьте лайки, если вам понравилось. Ну, дизлайк вы тоже можете поставить, конечно, если вам не понравилось.
Ну уж давайте друг другу быть добры и милосердны. Если не понравилось, лучше ничего не ставьте. Просто пролистните и забудьте. Вот. И, естественно, для новых моих, кто посетил мой канал впервые, конечно же, рекомендую вам подписаться, чтобы быть в курсе всех моих новых публикаций. Вот. И до новых встреч, и всех вам творческих успехов. И очень я буду рада, если у вас получится по моим мастер-классам такие же интересные вещи, и детям будет приятно, и вам, и мне. Сшиваю я швом назад иголку. Узелки я не делаю. Ниточка у меня остается всегда вот так открытым краем. Затем я ее заделываю и все. Так, шов выглядит таким образом. Вот видите, иголочка возвращается назад каждый раз. Видите, иголочка возвращается назад за ниточку. Вот таким образом мы сшиваем наши плечи. Боковые швы мы делаем аналогичным же образом. Назад иголка. Вот так друг к другу прикладываем.
спинку и полочку по боку и сшиваем. Шов назад, иголку. Переворачиваем и смотрим. Вот такой шов получается. Продолжаем.